черно, да, перекрыто, нет. Происходило горение, значит, у нас запорной арматуры, вот этой будки железной, которая находится, значит, позади нас, и газовой колонки, которая находится в 3 метрах от будки горящей. Был, значит, подан ствол со смачивателем на тушение, значит, газовой колонки, и, значит, по прибытию спецчасти отделение, значит, было подано, значит, также из-за укрытия звеном ГДЗС ствол на тушение колонки и разведку возможных скрытых очагов. В ходе, значит, разведки было установлено, что за забором находится заправочная емкость. Объем устанавливается, большого объема, значит. На ней также горит запорная арматура под снегом. Очаги тоже имеют тлеющие, как бы, ну, возможно, скорее всего, что где-то какая-то утечка была, либо розлив газа. Работало, значит, 2 ствола, ствол УКС, ствол СВД со смачивателями, 3 звена ГДЗС. Пострадал, значит, оператор газовой заправки, он находился на рабочем месте с ожогами, до нашего прибытия был направлен в больницу.